Привет! Начинаем новую историю. Маленький мой, мы с тобой сейчас будем спать. Не хочешь? Ага. Давай. Пойдем. Да. Я сейчас. Подожди. Я малыша качаю. Всегда. Я потом. А где же наша дача? Дача? Что? Я хотел спросить. У нас сегодня есть планы. Планы? Да, много ли планов? Каких именно планов у нас сегодня? Ну, не знаю, может быть, у нас есть сегодня планы какие-то. Какие именно у нас? Ну, например, будут планы пойти или поехать. Ну, я не знаю, хотела поговорить или поиграть с моей подружкой. Она стоит во дворе. И вот покормила своего жорика, морскую свинку. А теперь хочу пойти с ней поиграть. Ну, хорошо. А я планирую поехать мимо леса и отдохнуть там в лес. Ну, почему бы и нет? Может быть, побыть там пару часиков? Но это очень далеко. Ну, почему бы и нет? Что, мы не сможем? А вдруг заблудимся? Нет, у меня просто фотографическая память на все дороги в нашем городе. И все, что я помню, это помню точно в моей голове. Тихо, малыш заснул. Не шумите, что вы тут болтаете? Почему твоя подружка стоит возле машины и не идет к нам? Иди позови ее. Ну, хорошо. Привет. Что? Что так? Я спрашиваю, что вы тут затеяли? А я ничего не затеял. Я предлагаю поехать в лес. В лес? А зачем? Что мы там забыли? Грибы? Не грибы. Мы хотим поехать, точнее все, вот ты, я, дочь, наш малыш, поехать в лес, чтобы там побыть некоторое время, чтобы там почувствовать себя свободным, чтобы как-то вот и отдохнуть от этой суеты и так далее. Например, чтобы жить, например, ну как-то так. Ты поняла, короче. Хорошо. Ну, подумаем. Может быть, чуть позже. Девочки, можно вас? Да, что? Я хотела спросить, а вы не видали здесь недавно, ну вот здесь звери пробегали? Звери? Да, ну такие звери. А какие? Большие? Да, пробегали звери. Я пойду разогревать машину. Готовься. Та-д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 а
мне надо сказать. Да, предупреди, что звери с зоопарка, они сбежали, ну, не помню точное количество, по-моему, 3 или 4, ну, около того. Есть и домашние, есть и дикие. О, мама! 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 Что случилось? Ты представляешь? Я пойду тогда. Что он там так сполошилось? А я не знаю. Наверное, она испугалась диких зверей. Каких птиц, что ли? Я не знаю, что она там испугалась. Я проверю машину, как она едет. Вот как. Классная моя машина. После очередного ремонта. Идеальная машина. Идеальная. Идеальная.
сидит. Ой-ой, да, но, однако, ездить лучше в лес не стоит. Девочка, может быть, ты поедешь с нами? Нет, извините, я бы хотела пойти домой. Ну, давай так, по дороге завезем тебя домой. Хорошо? А вдруг ты сначала в лес? Нет, сначала мы поедем домой, к тебе, завезем тебя домой. Мама, там дикие звери. Где я? Так, где дикие звери? Нет здесь никаких зверей. Тетенька приходила такая, у нее ЗОЗО написано такая, не знаю, как это было написано, ЗОО. Ага. И? Она сказала, что сбежали дикие звери. И? И надо опасаться. Опасаться? Но, милый, ты слышал? Нет, я с тетенькой не разговаривала. Но можно было поговорить, но с ней разговаривали девочки. И что они же вам сказали? Что это вот дикие звери сбежали из зоопарка. И что они очень опасны. Опасны? Да. Ну, тогда лучше в лес не идти. Да, в лес вам лучше не идти. Ага. Кажется, я слышала неподалеку какого-то скрежет. Может, это дикие звери? Надо малыша разбудить и скорее остаться дома. А зачем его будить? Чтобы проверить его. Малыш, ты спишь? Мама, она так переживает за нас. Так переживает. Так мы поедем. Пип, 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 пип. Да, едем, едем. Только я боюсь, я не хочу, чтобы меня дикие звери съели. Я разворачиваюсь уже и маму жду. Ну ладно, я маме позвоню, она за мной приедет. И подожду ее у вас в саду. Угу. Хорошо, только напомни ей про зверей. Хорошо, если что, я сообщу о вашей пропаже. Нет. Напомни, напомни. Да, кстати, я завтра не иду на работу. Пип-пип, пип-пип. Так, идем, малыш. Так. Ах, да, надо еще пойти коляску забрать. Так, и... И мы поедем. Милая, я ничего не вижу. Да все ты видишь. Идем. Пока, пока, пока. Не волнуйтесь, я за вами буду смотреть. Как? Издалека. Издалека я сам ничего не вижу. Я ничего не вижу. Как не ехать, я заблужусь. Не заблудишься, надеюсь. Ты же помнишь, сам сказал. Я не помню. Ничего. Милая, я еле-еле нахожу дорогу. Где она, я находить не помню, потому что мне плохо видно. Где она, я точно не помню. Но кажется, приблизительно я ее нахожу. Но мне кажется, она где-то здесь, в самом точном определенном месте. Но где? Где она? В каком углу этой местности? Я не помню. Но кажется, где-то здесь. Это точно не здесь. Ах, как мне определиться, куда же приехать? Я точно знаю, это где-то вот здесь. Милый, мне кажется, мы ездили по кругу. Нет, милая, разгружаемся. Милый, ты уверен? Да. Разгружайся. Ох, побудем здесь. Но у тебя есть спички или что-то подобное, чтобы разжечь огонь? Милая, ты сказала, что собираешься сама. Да.
Ты уже сказал, что собираешься в лес и будешь об этом заботиться, чтобы дети не были голодными. Но ты, милая, должна подумать была об этом. Ты же меня торопил? Ох, милая, какая же ты у меня умная. Ты должна была позаботиться и обо мне. Как же нам кушать теперь? Ай-яй. Деточки, все же мы не можем теперь остаться здесь на некоторое время. Как на некоторое время? Можно походить? Да, только, пожалуйста, рядом, чтобы дальше не ходить никуда. А машину, может быть, отогнать? Чтобы здесь не было вот так далеко. Отгоню немного. Вот где-то вот так. Ну и все. Я где-то здесь ее останавливаю недалеко, и чтобы было хорошо. И нам будет весело. И вам будет хорошо. Да? Никак. Нам будет хорошо? Милая, я не знаю. Ну, может быть, нам походить вокруг? Может быть, все-таки... А если нас дикие звери сожрут? А? Кто там? А, курочка! А вот и обед. Да, обед. Но это, правда, не обед, потому что пожарить не на чем. Ам-ням-ням! Да, малыш хочет. А кушать надо, да. Я проголодалась. Ну, надо как-то отсюда вот это собрать, точнее, забрать эту курочку. Мама, можно я поймаю? Иди сюда. Как ее зовут? Я не знаю, цыпа-цыпа или как ку-ку-ку или как их зовут? Ух, какая непослушная курочка. Она не захотела быть нашим обедом. Ну, ничего, может быть, кто-нибудь другой захочет. Ну, не переживай. Это все-таки странно так, правда, происходит. Но ничего. Но... А, я видела яблоки на самой верхушке. Где? Ну, вон там. Посмотрите, вон там, на том дереве, есть яблоки. Но я не залезу туда, я же не скалолаз. Ну, подумаешь, залез ради детей. Это жарить и варить не надо. Ну, я боюсь высоты. Когда ты чинил крышу, ты залазил и не боялся. Но сейчас теперь боюсь. И не хочу, я очень боюсь. Медведь спасет, да, когда будет его обедом. Спасите меня кто-нибудь от этого злобного медведя. Малыш, бежим, девочка моя. Бежим. Спрячемся. Иди сюда, маленький. Спрячемся здесь. А я что? Я же не могу. Кажется, он голодный тоже, как и я. Ты всегда голодный, а ребенка надо накормить и нас спасти. Мы тоже в опасности. Съесть козу. Она его чуть не забодала. Ох, я думаю, нам надо как-то по-другому отсюда выбраться. Ну как? Нам надо срочно как-то отсюда выбираться. Мама, смотри сюда. Что?
Это где лев? Лев. А? Лев? Нет, 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 не надо льва. Нам не надо льва. Нам никаких львов не надо. Нам никаких львов не надо. Никаких. Еще не хватает диких зверей каких-нибудь других. Каких? Каких нам не хватает? А, я не знаю. Например, какую-нибудь птичку. А вон она сидит. А, я не знаю. А вот милый зайчик стал с нами и сидит. Он будет нашей охраной и заодно потом обедом. Да что ты прицепился к обеду, к обеду? Вот. А мы что, должны выбраться отсюда от этих диких зверей? А? Цып-цып-цып-цып. Ой. Ой, какие милые животные. Мы должны отсюда выбраться. А то коза, вот, все-таки она милая, но западать она может. Вот медведь белый, он хоть и северный, но все-таки он может нас растерзать. Лев, он тоже дикий, но все же может нас съесть, и мы его станем обедом. Все же мы как-то должны отсюда вырваться. Но загадка. Кто сможет ее разгадать? Не просто кричать на помощь. Кто-нибудь, помогите! Помогите! Кто-нибудь, помогите! Защитите нас! Малыша хотя бы не съедите! Вот не съешьте малыша! Никто-нибудь, а просто кто-нибудь! Что-нибудь! Да-да-да! Что это они от нас хотят? Они нас хотят съесть, что ли? Я больше в лес ни ногой. Не-не-не-не-не, ни ногой. Ни за что. Больше от меня вот не дождетесь этой поездки. Вот в лес. Я-то кто приехал там? Что за шум? Не бойтесь. Мы, вообще-то, вот, зоомагазина и зоопарка. Мы сможем защитить вас. У нас специально есть вот дротики, которые тык-тык-тык-тык-тык всех усыпили. Давайте их загрузим. Все, они заснули, они безвредные. Все, не бойтесь, они вас не обидят. Даже самые вот вредные животные стали безвредными. Мы их увозим в зоопарк или же отвозим куда-нибудь хорошее место. Например, зоомагазин. И если кто желает купить, может приобрести их снова. Вот в нашем, например, зоомагазине. Да, а может быть мы купим льва? Да тебе что, мало? Тут они сейчас на нас напали. Нет. А вот лев пытается вырваться, например, сейчас. Вы хотите, чтобы он вырвался? О, не-не-не-не-не-не. Я не хочу. Я хочу выбраться из леса. Вы нам поможете? Да, конечно, садитесь к нам в тележку и поедем. Давайте, садитесь. Давайте, давайте, садитесь к нам в тележку. Ой, лев какой, как он у нас прыгает. А? Он очень дрессированный. Он 3 награды получил. Серебряная, золотая, еще одна серебряная. Вот. Он очень прыгучий. И он любит много-много всяких выполнять трюков. Но сейчас он был очень голодный. И поэтому он хочет вот съесть что-нибудь. Но людей он не очень съедает. Да, особенно у нас дикий, вот меньше всего, вот он прирученный, у нас белый медведь. Его, говорят, очень трудно приручить. И поэтому нам надо как-то вот с ней поработать еще. Давайте, загружайтесь. Да у нас своя машина. Так, извините, нам надо как-то отсюда из-за ваших
вот живот их освободится. Да и попить, и поесть домой надо поехать. Ну хорошо, тогда мы поехали, а вы отдыхайте. Не забудьте в следующий раз, пожалуйста, быть осторожней. До свидания. До свидания. И, пожалуйста, вы точно все забрали? Точно, точно. Не забудьте, пожалуйста. Вот, ведите себя хорошо. Кто у нас ведет себя хорошо, тот получает много вкусностей. Да, милая? Да, да, да. Ну, пожалуйста, скажи мне, зачем все же мы сюда пошли? Как? Отдохнуть, прогуляться, чтобы весело было и хорошо. Но весело бы было не очень. Да и, кстати, дети-то голодные. Пошли домой. Пошли. У меня новость хорошая. Какая? Я хочу купить новый вот авто. Новое. Новое? Почему новое? Зачем опять? Не, я подумал, а вдруг куплю себе мотоцикл. Мотоцикл? Ты с детьми ездишь? Ну, я куплю. Но старые продавать не буду. Я вообще-то не хочу. Все. Поехали домой. Машины подгоню. Так, машинка. Их, садимся. Дружно. В этот раз малыш поедет с нами прям в коляске. Так, доки, садись сюда. Малыш, сюда. А ты куда? Наверх? Да, наверх. Я сяду прям туда. Маленькая моя жена. Ты такая миниатюрная, что ты помещаешься куда угодно. Ужас. Я еле-еле все смотрю. Мне опять блуждать по этим дорогам. Опять нам же коляска потерялась. Нам сколько можно покупать новые коляски? Это невероятно сложно. И это очень дорого. Милая, успокойся. Вернемся домой и купим новую. Новая стоит дорого. Новая. Но главное добраться вот живым. Живым? Да, живым. И это будет хорошо, если мы доберемся из этого леса дремучего живыми. Козочка, мы отсюда уходим далеко. Подписывайтесь на наш канал, и будем мы рады вас видеть. И Смолтуля ждет ваших подписок и ваших комментариев. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.